долгожданное событие произошло. Но чтобы ребенок родился здоровым, чтобы предотвратить неправильное развитие плода, врачи стремятся как можно раньше начать наблюдение за его сердечной деятельностью. До сих пор услышать биение сердца удавалось лишь на 25-й неделе. Сотрудники научно-исследовательского института интероскопии предложили оригинальный ультразвуковой способ, позволяющий улавливать сердечные колебания на самой ранней стадии. Перед нами ультразвуковой отражатель. Когда он неподвижен, даже специальный прибор не может уловить отраженного от него ультразвука. Но при колебании отражателя ультразвуковой сигнал становится слышным. На этом принципе, называемом эффектом Доплера, основан прибор «Малыш». Он позволяет улавливать биение сердца уже на 8-й неделе. Это первый этап сердечной деятельности человека. А что здесь покажет малыш? Оказывается, должны родиться близнецы. Новые диагностические приборы типа «Малыш» уже используются в практике врачей.